Когда Армения принимала христианство, очень было распространено вот это резко по камню. И у нас очень большой, скажем так сказать, большой вклад внесли в именно хачхары. Хачхары, объясню, что это такое. Хач – это крест, а кар – это камень по-армянски. То есть это вот эти камни-кресты. Мы сейчас выйдем, там снаружи есть несколько, ну, небольших у нас, правда. Но вот у нас через именно вот такие вот камни, через кресты, так сказать, производились молитвы. И как бы у нас, смотрите, я вот в чем еще есть отличие от православной церкви, например, заходите, свечку зажечь, условно говоря, у нас нет разделения, под какой иконой для чего. То есть у нас вот, можно под любой иконой, с любой молитвой, с любым вопросом, то есть такого разделения нет.